если ваш студент приедет к нам в вуз наш, ну, как бы, как все мы принимаем. И со всего, как бы, какие-то затруднения будет, мы ему будем помогать. Он просто будет сидеть, а мы работать. Мы его устраиваем, приглашаем, тут же забираем, даже по прилету того, чтобы Челябинск, мы его встречаем, да, привозим. Все документы мы оформляем, касающие миграционной службы и так далее. Тут же мы предоставляем всякие страховки медицинские, что всякое бывает в нашей жизни. Да. Тут же мы предоставляем общежитие, или если, ну, студент не хочет в общежитии жить, также у нас есть, ну, квартиры, с которыми, получается, с владельцами квартиры мы заключаем договора. И уже студента поселяем в квартиру, если такое вот есть. Ну и, в принципе, как бы во всем, что случается в данном случае с полицией там и другие какие-то эти, мы это все сами сделаем. Да, 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 это мы все сделаем. То есть вы их напекаете, да? Все. Мы все делаем, все, что от нас зависит, мы им во всем помогаем. Они к нам приезжают как в нашу семью.